Я вас приветствую, жители Лазуна, а также отдыхающие. Ну что, ребята, я уже безумно рад. Начался процесс стройки дороги. Уже стоят указатели, что только можно уехать в одну сторону Лазурного и вторую сторону. Там, кстати говоря, кукурузник недавно прилетел. И туда приходят люди фотографироваться. Но это такое, новость не очень. Самое главное, но сделается дорога, ребята расширяют ее. Я так понимаю, что вот эта маленькая дорога, она будет где-то приблизительно, но это мое предположение, где-то до сюда широкая. Так что будет все очень круто, ребята. Ждем большой проект, чтобы реализовался. Заявлено от 5, по-моему, до 7 месяцев эта дорога Лазурное-Приморское. Так что я буду снимать почаще, как это все, весь процесс будет идти поэтапно. И может даже с квадрокоптера друга попрошу, чтобы он приехал, поснимал этот процесс. Все для вас, только для вас самый лучший и полезный контент.